Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня мы играем в Battlefield 4 на карте Кровавая Заря, и мы играем вместе с моим другом, с Кревом, да, ссылка на него в описании. Ставим лайки, ребят, не забываем ставить лайки, не забываем комментировать, надеюсь, вам понравится, всем приятного просмотра. Короче, бомба передо мной, но я ее, походу, подбирать не буду. Тут уже чувак бежит, так что сейчас я ему в мордаху натолкаю. Пуль. О. Одному натолкал. Так. Ё-мо, что ж такое? Так, ещё в отряде, мы в одном отряде. Да, в одном отряде. Я потом вообще не иди. Не, ну как бы, меня ты уже игре и дофиг его знает. Иногда бывает сразу грузится, иногда нужно там пару минут ждать. Ну это просто если уже играл на этой карте, то она быстро загрузится. А, ну возможно. Ой, все. Блин, я мог бы сейчас, конечно, истребитель попробовать. Ладно, я рискнул. Ой, ё-моё. Так, там БТРка. Ай-яй-яй, тут мимо пролетаю, ай-яй-яй. Да, вижу, блин. Вижу. Я... Да, увидел. Я не нашел. Блин, она нифига не поворачивает. Одно здание так по-мастерски пролетел, в другое, а потом... Да я начал уворачивать что-то, а он мне поменял, блин, паркой уводить. Да если... Ух, валим, валим отсюда. Ай, вот я и высадился тут прям, и, блин, какие повороты, там один чувак хотел... Класс забыл поменять. Сзади, сзади, сбоку, слева. Так, вот. Да ё-мо. А слева и сбоку. Ну да, да, я сказал, сзади, слева, сбоку. Сбоку. Так, класс, короче, я забыл поменять. Это не очень. Шип. Ой, я убил. Блин, блин, блин. Охренеть, сзади меня БТР. Зенитка. Что, всё-таки есть зенитки? Походу. Нет, не убежал. Сейчас, секунду. Так, походу бомба у нас. Это ты на вертолете. Да. Я бы к тебе заспавнился, но немного стрёмно. Ну давай, давай рискнем. Если что не так, сразу кричи и прыгай, я сразу прыгну. Вот. Хорошо, хорошо, пока. Ща, не боись, я прорвемся. Спокоен, спокоен. Сразу кричи, если что. Я прыгаю, я прыгаю. Я держу ситуацию. А потом у тебя такие маневры, что... Блин, я просто что-то не привык к нему. Не, я все-таки до сих пор пока летаю. Что самое интересное. Ой, ё-моё. Ну, ну чё, там застрял где-то? Нет, он приземлился сам почему-то. Так. Его взорвали. Да блин, откуда они меня видели? А, вон крыса, тварь. Где? Да там он на бортке, он как-то, я не знаю, наверное, с парашюта что ли прыгнул туда. По краешку. А, вижу, вижу, вижу. Сейчас. Блин, интересно, зенитка у них еще лезет. А, вон она, кажется. Надо ее это себе забрать. Ух, БТР-ка валим. Ой, ё-моё! Че? Блин, она на меня прям приехала прям. Так, минус. Ух, вот это я что-то затупил или... Не затупил, но, короче, со всех сторон.
Блин. Какой ты карус. Тварь. Так, ты где? Сейчас не установлюсь. Я, короче, с парашюта. О! О, зениточка, о! Теперь дело пойдет. Ты что, на нее отпрыгнул? Или ты уже забрал? Я взял, да. А-а-а. Хренал то, что она одноместная. А, ну если бы двухместная, это бы уже слишком было, наверное. Не, ну так пулеметик хотя бы был какой-то. Так, сел я в БТР-ку, но тут... А, я вижу тебя, я сзади. 40 жизней, чё-то немножко стрёмно, если сейчас кто-то... Ё-моё! Чё там? Прям на мне сидел. Кто? Он на мне прям на бампере передо мной. Смотрю, чувак, я думал, свой распавнился. Смотрю, С4 ложит мне на капот прям. Прям вообще наглую. Блин. И чё, убил? Нет, я прям в упор смотрю, ник красный. Я начал стрелять в упор. Просто в упор во всё вот этот мой объектив. Вообще наглое. Короче, иди ты в жопу, БТР-ка, ты чё? О, мимо. Так, бомба, бомба, бомба. Блин. Блин, меня убил мой этот чувак. Как? Из моего этого клана. Вот говнюк. С4 мне наложил. Как? Да. Так, бомба. Вообще... неожиданно. Бежи, чувак, бежи, 100 метров осталось. Бежи! О, о, о. Давай, давай, приземляться, приземляться, приземляться. Сейчас на зенечку наложу я. За четыречки. Давай, давай, давай. Так, чувака с бомбой убили, это не очень. Блин, 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 блин. Так, где это черт? Ай! Че там? Я прям крался, крался за ним. Даже положил ему уже С4, он, блин, застрелил меня. Вроде. Ты прям там в пекле самом. Ну да, я вижу со всех сторон, тут развернуться негде. Если честно. Спамься на мне, если что. Я у тебя. Ай-яй-яй. Я не знаю, если честно, куда сейчас... О, отлично, отлично, отлично. Взорвали одну цель. Так, там чувачина. А, одного убил. Ну да. Да ём. Тут, походу, без С4 вообще не обойтись. Не, все фигня. Не получается мне ничего делать. Куда бы заспаниться... Сейчас... Давай на квадроцикл. Сейчас, подожди. Садись на него, садись. Только смотри, не взорви. Спокойно, спокойно. Врезайся кого-нибудь, и я жму на курок. Ты прям в упор подъезжай или там заранее вылезь. Ну да. Не знаю. Сейчас я его строю. Если кто-то случайно... Вон она, зник, торчал сейчас. Сейчас. Вон она. Вижу. Если... Ух, сзади БТР-ка, я думаю, лучше все-таки валить. Сейчас одна пуля, и С4 все взрывается. Да не должно. Должно. И... Да, че это такое? Бах! Убил! Я убил его! Уничтожение техники для себя дошел. Ну я главное жив. Да? Да, мне ни хрена не сняло, если честно. Точняк, моя же С4-то. Она своим не бьет. Все отличный план. Садимся. Тактика. Мне даже достижение дали. Да. Хотя нет, сейчас будет вертолет. Сейчас, подожди, сейчас я построю. Сейчас будет смешная шутка. Как я летал на вертолете. Ты опять на вертолете? Да. Давай. Он почему-то надо не очень слушаться. Если что, кричи сразу. Я стараюсь. Сейчас протиснемся.
Постарайся. Так, я походу прыгаю, там много чуваков. О, убил с вертолета. Еще одного, да ладно, вот это везение. Нет! Где-то мой вертолет упал. И в него стрелять начали. О, чувак, давай, 10 метров тебе осталось. Так, чувак, походу, был. Ай, блин. Не, вертолет нормальная тема, может. Сейчас, не резайся. Так, ты как раз возле меня умер. Бомба заложена, так что я думаю, уже, в принципе. А, ну тут на Б. Да. Ой. Все. Значит, нормально. Ну да. Я думаю, раунд прикольный как раз получился. Сейчас. 26 уровень уже. Мне звание подняли. Вообще нормально. Боевой набор. Пушки, отлично.